Xiaomi Redmi 4 покажу, как сделать Hard Reset. Для этого выключаем телефон. Не забудьте перед полным сбросом выйти с Google аккаунта и Xiaomi Mi аккаунта, иначе сработает блокировка у вас. Зажимаем кнопку увеличения громкости и питания. Держим. Отпускаем. Здесь язык на английский переключаем. Recovery. Окей. Качелька громкости вниз, опускаемся до Wipe Data, подтверждаем кнопкой включения, подтверждаем кнопкой включения, опускаемся. Возвращаемся в меню. Перезагрузка. Перезагрузка. Все, дожидаемся полной загрузки телефона. Она будет длиться дольше, чем обычно.